это компания «Электромотор». Мы хотим представить вашему вниманию новинку торговой марки «Форд». Это мотоблок-культиватор, как кто как называет. Значит, это моделька 80G3 New. Бензиновый четырехтактный двигатель на 7 лошадей. New — это новинка, значит, в этом году они завезли. В чем отличие от старых моделей 80G3? Отличие в том, что добавляется, видим модель, да? 80G3 New. Да, добавляется выносной фильтр. Выносной фильтр на руле и бардачок. Такой вот новый формат руля. Здесь у нас бардачок, можно спрятать какой-то инструмент. В принципе, все остальное остается так, как и было раньше. Плюс это выносной фильтр, то, что не забивается во время работы. Очень удобно. И как бы плюс данной модели новинки. Что идет в комплектации? Колеса восьмерка, крылья, идут фрезы в комплекте. Здесь у нас идет 80G3. Как бы, ну, кстати, многие люди не знают, что такое 8-4. Это 8 диаметр, 4 толщина резины. Толщина резины. Вот, потому что мне говорят, 8 по 4, что такое 4, меня спрашивали люди. Так, скорости смотрим у нас. Сколько, Надежда? 3 вперед, тогда назад, правильно? 3 вперед, 1 назад. Да, наверное, сейчас уточним. 3 вперед, 1 назад в этих 80, да? 3 вперед, 1 назад, да, подсказывают нам. Значит, смотрите, по управлению все на руле. Здесь переключаем скорости. Здесь у нас идет вот вместо колес, потом ставятся фрезы, ременной привод. Что еще? Двигатель бензиновый, Форте, на 7 лошадей мы проговаривали с вами. В принципе, многие спрашивают, как, легкий, не легкий. Ну, я вам скажу, не тяжелый мотоблок. Потому что покупают не только мужчины, но покупают женщины, я вам скажу. Многие задают вопрос, мне нужен легкий, не тяжелый мотоблок, чтобы я могла сама справиться на участке 10-12 суток. Достойный выбор, можете его брать. Не тяжелый, но обрабатывает хорошо почву. То есть для культивации земли, для какой-то вспашки после зимы, и там дальше можно также для какой-то минимальной проходки раз там 2-3 в сезон для прополки, грубо говоря, если это нужно. Вот. Что еще? Ручной запуск стандартный. Двигатель, значит, бензиновый с маслом. Все как положено, четырехтактный. Вот. В общем, хорошая модель. Легкий, я вам скажу, легкий, бензиновый, не это вот, культиватор. Если сравнивать с другими брендами, то... Вот еще идет регулировка руля, вправо-влево, вверх-вниз, видите, вот можно спокойно. Да, можно сделать. Упор, если нужно. Сошник, да, правильно его называют? Надь, вот не буду умничать, по-моему, правильно, хорошо. Да. В общем, вкратце, новинка, показать хотели, как он выглядит на сегодняшний день. У нас сейчас февраль 22 года. Скоро в марте уже люди покупают, сезон начался, поэтому готовьтесь к весеннему сезону, чтобы у вас было оборудование. Новинка заключается в выносном фильтре, еще расскажу, дополнительный кейс для хранения инструмента. Вот. Хороший качественный мотоблок, недорогой по цене, не тяжелый, поэтому заказывайте в нашей компании «Электромотор». Также по цене всегда можно написать вайбер нам по телефону 063-426-1010. Этот телефон будет внизу под видеообзором. Пишите, задавайте ваши вопросы. Можно торговаться. Есть также навесное оборудование. По цене можно решать, да. Надежда правильно говорит, написали. Написали, решили, проговорили, подобрали. Есть навеска, также картофель. И все, можно приехать посмотреть. Правильно, я здесь что я перебиваю? Можно приехать, есть в собранном, есть в разобранном виде. Можно приехать посмотреть, можно запустить, можно потрогать. Здесь у нас на площадке. Предварительно звоните, договаривайтесь там за хотя бы час-два. Вот. Приезжайте, смотрите. В общем, звоните, пишите, ждем наших.